Мы улетали из Нью-Йорка. Красивый город, масштабный, невероятный. Смотришь вверх, и кажется, что небоскребы доходят до солнца. И на 200-м этаже очень-очень жарко. Я бы здесь еще погулял, но... Но уже очень хочется домой. Я Виталий Тимошенко, игрок сахалинских акул. Через несколько часов мы вылетаем в Москву. Вчера, после игры с Принстоном, мы долго беседовали о турне с командой. Делали выводы. Я считаю, что ребята еще на предварительном вот этом сборе в Ступино у них сложилось очень хорошее взаимопонимание и коллектив. Могу сказать, что практически, не практически, а все ребята достаточно дружелюбные. И у нас не было никаких проблем ни у нас, тренеров, с коллективом, ни у коллектива внутри. То есть все, что мы видели, а видели мы практически все или многое, была, так скажем, дружелюбная атмосфера, которая помогала нашей команде в матчах. Здесь очень много плюсов. То есть та силовая борьба, которую соперник навязывает, та игровая модель немножко отличается где-то, немножко, много отличается от нашего, да? Вот, так что я думаю, что ребятам это только в плюс и поможет в дальнейшем расти как хороших хоккеистов и попасть в основную команду, попасть в сборную команду. То есть там скорости немножко побольше. Получился вполне боеспособный, хороший коллектив. Очень приятно с ними общаться. Воспитанные, хорошие, воспитанные молодые люди. За время сбора в Ступино мы успели сплотиться и стать командой. В первой игре против сборной Восточной лиги мы поняли, насколько динамичен североамериканский хоккей, насколько быстро надо принимать решения на льду. Ейский университет мы так и не одолели, но у нас были все шансы, ведь мы играли на равных. Верим в следующие красные звезды. Гарвард стал для нас серьезным опытом. Мы вышли на лед против взрослых, сыгранных североамериканских хоккеистов и боролись до последней секунды. Вестпойнт показал, что даже когда в матче судят в одну сторону, можно победить, собраться, сжать зубы и победить. Бэбсон подарил нам победу на целый год вперед. Со счетом 7-2 мы пришли в 2015 год. Желание выиграть Принстон и в итоге выиграть серию заставляло нас бежать вперед и переламывать игру в свою пользу. Мы идем смотреть Нью-Йорк, а не в магазины. Давай, давай, на. Мечты сбываются. Вот что я хочу сказать. Компромата не будет? Не знаю. Вот это точно там сквер. Вот это точно там сквер. Давай, да иди, да просто давай. Да куда ты пошел-то? Рядом встань. Доллары ему потом только дай. У меня нету мани. Я успел, иди.